Друзья, всем привет! Я рад вас видеть на моем канале. Канал про охоту, рыбалку и многое другое. А вы смотрите этот ролик. Друзья, всем добрейшее утро. Как вы видите, поднимается солнышко. Мы с вами прибыли на поля. Будет у нас сегодня охота на голубя. Вот. Я уже выгрузил отца, профиля, машину оставил, отогнал. Туман пока еще стоит. Время уже 4:30. Вчера я приезжал на поле на разведку. Птица была. Думаю, что-нибудь добудем. Вот. Так что охоты продолжаются. Спасибо вам, что вы подписываетесь, смотрите, комментируете. Меня это мотивирует снимать все больше и больше. Ладно, сейчас покажу расстановку, как мы расположились, и будем ждать птиц. Оставайтесь. Вот так вот выставили чучела в районе там 25 штук. А вот здесь у нас будет пскрадок. 4 рулона вместе соединили. И будет у нас крадочек. Помещаемся? Нормально? А? Петрович? Нормально. По кайфу. Все, ждем птицу. Заряжаемся первым. Раз. И семерочка у нас 32 грамма. У меня ружье морочка у деда 43-й ИШ. Азот. Главное азот. У меня наклейки нет, азот у него есть. Вот. Все. Готов к труду и обороне. Так, солнышко уже нормально поднялось. Туман разогнало. Вот. Голубь пришел на деревья, расселся. Наблюдает за нами, мы за ним. Ждем. Думаю, скоро полетит. Может упасть сразу. Проходит, туда пошли. Тихо-тихо. Да, два штуки туда полетели. Тихо-тихо, не шевелись. Можно было стрелять-то. Сейчас. Ну, спалили они. Они нас тут, по-моему, будут палить. Поднялись. Сюда не полетят, они увидели. Видишь? Чё? Валит. Есть! Вот я одного вон там с полем, Петр Иванович. С полем. Надо их поставить. Давай чучелам поставим. О, у тебя тоже крупный. Выбрал, у меня-то молодой, видишь? У меня вообще килограмм.
полтора. Вот на эту. Так, там взяли парочку, тут быстро передвинулись, потому что не все присаживаются на эти деревья. Сейчас вот здесь вот с Петром Ивановичем сядем. Думаю, что-нибудь добудем еще. Взял еще одного голубя. Не успел заснять. Вынырнул отсюда. Вот так вот они выныривают-то тут. Так, подошла к концу наша утрянка. Пойду за автомобилем. Птица сегодня плохо выходила на поле. Пшеница еще не убрана. Вот. Птица выходит слабо. Но три штучки мы добыли с батьком. Так что у нас с полем будет вечерочка. Видео выпущу. Пусть будет. Оставайтесь с нами. Пока я ходил за машиной, Петр Иванович добыл еще одного. Правда, профиль один пострадал, да? О, хороший. Собираемся. Вот такой вот наш результат утряночки. 4 штуки. Нам хватит на сегодня. Но еще вечерочка есть.